Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только смарт смарт компании Samsung. Сегодня будет такой интересный видос о часто задаваемых вопросах о часах Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Данную идею я взял на сайте for PDA, дополнив небольшие свои изменения. Ну а так все у них. Ссылочка будет в описании видео. Сможете пройти, посмотреть. И если вас интересуют более точные какие-то вопросы, возможно, которые у меня не прозвучат, вы найдете именно там. Ну а мы начинаем. И сегодня 5 вопросов, часто задаваемых, и 5 ответов на эти вопросы. И первый из них. Можно ли данные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic подключить к iPhone или iPad? Нет. И, скорее всего, и не появится такой возможности. Но хотя возможно, что умельцы какие-то, те же на XDA или на FUPDA, сделают что-то, и это в будущем станет возможно. Пока точно нет. Второй вопрос. Можно ли протестировать э, Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic на работоспособность всех систем? Да, можно. Особенно это подойдет для тех, кто покупает часы БУ. Для этого нам нужно с вами открыть номеронабиратель на наших часах и набрать звездочка решетка 0 звездочка решетка. Открывается меню, где мы с вами можем протестировать работу цветов на данных часах, например, набитые пиксели. Также мы можем проверить вибрацию. Также мы можем проверить все сенсоры, которые там доступны. Во-первых, тест акселерометра, тест барометра, тест гироскопа тест магнитного датчика и тест пульсометра. Все они должны выдавать э, значение PAS зеленым цветом. Далее мы можем протестировать тест тачскрина, тест динамика, тест кнопок, комплект датчиков, результат также должен быть PAS, и тест микрофона. Третий вопрос. Какая ширина ремешка у всех этих моделей? Она одинаковая, 20 миллиметров. Четвертый вопрос. Есть ли различия между Watch 4 и Watch 4 Classic помимо дизайна, ну и размеров? Да, есть. Первое отличие это стекло на данных часах. На Galaxy Watch 4 стоит вот такое стекло. На Galaxy Watch 4 Classic вот такое. Помимо этого на Galaxy Watch 4 Classic есть датчик холла. На Galaxy Watch 4 этого датчика нет. Также в Galaxy Watch 4 Classic 46 мм и в Galaxy Watch 4 44 мм аккумулятор равен 361 мАч. Galaxy Watch 4 Classic 44 мм и Galaxy Watch 4 40 мм это значение равно 247 мАч. Меньше на 100 с лишним мАч. Это, дорогие друзья, существенно. На сегодня пятый вопрос и ответ, как узнать точные размеры всех этих моделей. Я предоставляю вам ссылочку, а также вы, пройдя по ней, увидите вот такую вот фотографию, где есть все точные размеры. Ну, пока вот такие вот 5 вопросов и 5 ответов. Будет еще подобные видео. Я думаю, что еще как минимум 3, а возможно и... Больше. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, у вас есть какой-то свой личный вопрос, который вас действительно интересует и тревожит, пишите. Постараюсь в ближайшее время ответить. Ну а вам спасибо за внимание. До свидания, всего доброго и до новых встреч.